Прибудет с вами темная сторона силы, с вами Дарт, и мы продолжаем играть Jurassic World Evolution. Так, ну это обычные, это сразу выпускаем. Так, кстати, они довольны тут, не? Полакан, ты доволен? Да, он доволен. Так, как ты выглядишь? Обычный полакант. Этот зовется пахицефалозавр. Отличительная черта – толстый череп. Прямо как у некоторых моих знакомых. Не буду называть имен. Ага, денег нет, я понял. Думаю, почему создать не могу? Рейтинг напитков, рейтинг пищи упал, да? Нужно подумать, где пихнуть ресторан. Но для начала лучше я выведу пахицефалозавра. Так, чё пахицефалозавр думает? Общительность у него маленькая, им нужен третий. Общительность у него норм, популяция влезает. Главное, чтобы комарозавр был норм, себя чувствовал. Сколько мне будет стоить комарозавр? Давайте посмотрим, сколько мне нужно копить. 678 тысяч. И сколько окрасов у комарозавра? Два. Ну, три, если считать базовый. Где мои пахи? Да, у них падает рейтинг. Так. Пускай будет. Сколько стоит ресторан? $135 000. Теперь нужно подумать, куда бы его пихнуть.
Ограничение рельефа. Ну-ка, ну-ка. Так, а где мы будем? Не влезут у меня, походу. Хищники. Надеюсь, их можно будет как-то вместе посадить. Так, вам норм? Да, вам норм. А, тормоз. Ну, что такое? Сейчас нужно... Отлично. Мы делаем маловероятное, а вы невозможное. Спасибо. Тебе спасибо. Шанс стучится в дверь. Откройте.
Вроде все в комфорте. Чё людям не нравится? Все нравится. Плохое разнообразие динозавров, да? Рентген, что у нас открылось? Локации. Загон Доминуса Рекса. Виновником инцидента 2015 года на Исланд Блар стал генетически модифицированный гибрид Индоминус Рекс, сбежавший из своего вольера. По указаниям ОСА, отряд сдерживания активов, были возведены более высокие стены, чтобы обеспечить безопасность нового экспоната. Индоминус Рекс перехитрил смотрителей, скребя стены, прячась от тепловизионных камер, чтобы они решили, что он пробрался за ограждение и убежал. Оуэн Грейди вошел в загон с Ником, главным смотрителем, еще одной сотрудницы по имени Элис. Гибрид напал на них и убил Элис. Сотрудница? Там был чувак. Там был мужик, который он сожрал. Саймон Масрани скомандовал закрыть двери, чтобы гибрид не сбежал, но он проломил ее в погоне за Оуэном Грейди. И вообще-то не Саймон, а именно сам Оуэн сказал закрыть дверь. Типа вообще не открывать ее. Там один толстый, жирный чувак решил, короче, сбежать, жить хотел. И все. Я вообще не понимаю, какого лешего тут Элис какая-то 1 200 000. Ах ты жук. Так. Нет. Загоны, да. Сколько это? 225 000 стоит? Ну, чего бы не пихнуть. Так, стоп, подожди. Ага. Нужно вот так вот делать. Хотел сделать, чтобы они туда заезжали, но они не хотят. Что с этой дорожкой не так? Такое себе, конечно, но ладно. Я хотел, чтобы они сюда заехали, но из-за того, что тут выходят динозавры, это нельзя сделать.
Так, пахицефалозавр тебе с лесом норм, да, но можно добавить. Я вас понял. Нет, не то. Просто надеюсь, что комарозавр стерпит то количество видов, которые будут с ним в загоне. Если нет, будет весьма печально. Так, ну миллион, да? Сколько там? 1 400 000? 1 274 000. Ну скоро накопим. Надеюсь. Выполнить нужно задание. Откроется у нас кархародонтозавр, если два задания выполню. Здесь долго. Здесь сразу за задание. Вот здесь можно еще полевые испытания. Сразу тоже, видите, задание. Да, вначале, я думаю, ее можно выполнить. Выработка энергии как раз 3.0. Нормально тут все. Давай, 274, давай. Так, на что люди жалуются? Все нормально. Блин, прикиньте, мне придется гостиницу строить. У меня вообще ничего, никто не влезет. А, ну когда хищников изучу, я нафиг удалю этих палакантов. А, хищников создам. Хотя, может, они некоторые выдержат и вместе жить, если вывести. А, я помню, где резерв не установил.
ремонтная бригада. Все ясно. Дамы и господа, приносим извинения. Так, ладно, Комарозавра посмотрим в следующем видео. Надеюсь, это вам понравилось. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в группу, канал, ссылка будет в описании. С вами был Дарт Сидиус. Всем всего хорошего, до скорых встреч и всем пока.